Привет-привет, мои прекрасные друзья. Мы по серпантину домедлим, почти как вдоль по Питерской. Хотела вам показать очень красивые горы. Но не получается. Сейчас получится что-то интересное. Ждите. Ладно, давайте фас попробуем. Может быть, вы уловите эту красоту. Там очень красивые утесы на самом деле. В общем, я пытаюсь вас не утомить, а поделиться красотой. Но это не всегда обречено на успех. Но все же мы попробуем. Может быть, где-то здесь получится. Но мы стараемся. У нас очень длинный день летом. Посвящается Вере Жураковской. Одна фамилица моей бабушки. Наверное, мы родственники. Ну, вот такое не очень приглядное в плане фуры путешествие, но красиво вдоль гор. Вот такая она красивая Болгария. Но где же эти утесы наши роскошные? Ладно, на сей мы закончим. Обнимаю вас горной любовью. Хотела бы сказать чао-чао, мои прекрасные друзья. Но хочу сказать по-болгарски, что горы — это планина, да, а лес — это горы. Как-то так. Ой, а лес — это что? Правильно? Гора. То есть лесное хозяйство — это горное. Вот, наконец-то мы увидим утес. Посмотрите, какой тут трафик. Просто шикарный. Вот так вот по горам, по долам мы с вами путешествуем. Обнимаю вас горной любовью. Это значит лесной. Чао-чао, мои прекрасные друзья.